Всем привет! Сегодня хочу показать уголок, где мы будем в эту зиму выращивать цитрусовые растения, деревья, а также все остальные растения, которые нам нравятся с сыном выращивать. Вот. Взяли пенофол. Так мерцает из-за светодиодного фонаря. Я его, кстати, взял от рыб. Забрал, потому что на зиму он им не нужен. И вот сюда его придел. Вот. Пенофолом сделали отражение с одной стороны, с двух стенок. На полу. И вот остался кусок пенофола. Как раз вот здесь вот так стенку сделать. Вот так и вот так. Чтобы весь свет отражался. И здесь было очень светло, очень ярко, и температура здесь будет держаться достаточно высокой, потому что рядом батарея, и вот тут она вот так зайдет. То есть я какой-то, не знаю, каркасик что ли сделаю из реек, чтобы можно было этот треугольник взять, отодвинуть, зайти сюда, все вот полить. Это авокадо, допустим. Вот. Достаточно большие листья у него уже. Вот. Здесь томат пытается что-то сделать. Вот у него даже тут помидорки. Вот. Ну, пока. Я только вчера установил этот светильник, поэтому все только начинается. Вот все это только вот благоустроил. Вот. Это летние перчики, которые выжили в зиму. Это манго. Манго уже, ой, как рябит. Извиняюсь за съемку. Вот отросток, это все уже пойдет расти. Здесь авокадо и королевские финики. Посмотрим, зайдут или нет. Вот здесь тоже авокадо уже большой дала. Ростки, остальные пока сидят. Этот тоже скоро даст. Вот у авокадо какие корни. Его уже надо давно пересаживать в землю. Ну, скоро на днях пересадим. Вот это лимончик. Это все авокадо. Здесь шкурку клубники просто закопали где-то, не знаю, месяца два назад. Вот они проросли. Вот, потихонечку будем заселять жителями растительными. Вот, здесь вот такие вот пакетики с заготовками. Вот 18 число. Это лимон. Это мандарин. Лимон. Вот 22 вчера было. Лимон. Косточки, очищенные от шкурки и, ну, в тампоне замоченные с водой, просто закрыты, чтобы такой парничок был. Уже смотрел, вот эти вот 18-е, которые, они уже зеленые косточки стали, может быть, сегодня-завтра уже корешки дадут. Отдельно как-нибудь сниму видео, потому что зимой с рыбками особо ничего не поснимаешь, они спят в тепличке. Рыбы в теплице спят. Интересно. Вот, поэтому у нас зима будет связана с растениями. Будет здесь такой тропический уголок. Так что, если интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. И с удовольствием отвечу, засниму видео, как это все будет выглядеть. Вот такой вот уголок. Ну, примерно чуть больше метр на метр на метр. Такая вот штука. Ладно, всем пока.